Продолжаем играть в Rayman Legends и назад к Origins будем выполнять миссии. Здесь у нас полностью все открыто уже. Ну, я так предполагаю. По крайней мере, главное в этой главной галерее, то есть в главной галерее именно галерее Origins, открыты все картины. Ну, посмотрим, что у нас непосредственно по локациям. Ну вот теперь в первой локации открыто прям все. Что ж, выполняем. Выкарабкаться, называется уровень. Понеслась. У нас получается две игры в одной. Вроде бы Legends проходим, а уже и Origins половину прошли. Где-то кричат наши малютки. Нужно их спасать. Окей, немного в другую сторону. Но это, по-моему, не все, друзья. Сейчас нам нужно еще вернуться назад. У нас секретище. Немного в другом порядке я собрал этих люмов, но ничего страшного. И так сойдет. Понятно, как можно потерять сердечко. Ай, зачем же ж я погнался за сердцем, если оно у меня было. Ну, короче, равноценный обмен произошел. Вроде бы я. Сердечко потратил, но тут же его и подобрал.
Видел, видел, я секрет. Не спрячешься от меня. Так, это что, бонус уровень на комаре? Такой вообще есть? Или что происходит? Вау. Две попытки и два слива. Щет. Что-то мне вообще показались эти дедуганы с палками вообще неубиваемыми какими-то ребятами. Yes. Чё-то я не понял, кто-то help еще кричал. Мы ж тут вроде всех как бы того этого вроде как спасли. Ай, ну колодца, конечно, было не обязательно задницей-то уже-то. Чего за красная фигня? Ха! Нормально. И результат, друзья, все спасены. Я просто все время, как каждого спасал, как каждого малютку спасал, каждый раз не мог увидеть, ну, не видел, сколько их оставалось. И такой думаю, блин, надо посмотреть, сколько осталось, И в итоге закончился уровень, и вот только в конце я посмотрел, сколько их осталось, но благо все спасены. Зачет. Следующий уровень, все течет и течет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как неудачно я приземлился. Серьезно, вы представляете, как не получается сбить эту клетку?
Как он под водой help кричит, это ж любопытно. Секрет в секрете, наверное, быть не может, да? Ах ты, а куста я не самая. Один кустик я там, в общем, не разбил. Может быть, в том кусте и осталась одна малютка. Вот, блин, какая трагедия. Прям перед выходом нужно было кустину эту вытащить из земли. Охотник-собиратель. Это будут полеты на комарах, судя по тому, что было нарисовано на картине. А значит, не особо замороченная миссия. Летишь себе, стреляешь и побеждаешь. Но вот сердечко бы запасное не помешало. Что может вот такое произойти. Там, по-моему, наверх можно было, а я нет, не залетел туда. А тут вниз. Нет, вниз тут нельзя. А тут вниз, нет, а об колючку, да. Давайте, знаете, что просто нужно переиграть кусочек, это там секретные маршруты. Вот туда нет, я туда не смог залететь, странно. Я был уверен реально, что там именно секретище, а оказалось нет.
Why, я вас спрашиваю. Так, внизу у нас пираньи. С ними шутки плохи. Ой-ой, как лихо вылезла эта колючка сверху. Опасно, опасно. Рикошет. Да, все трое спасены. Здорово. Я уже боялся, что кого-то, как обычно, призывал. Не дает мне спокойствия предыдущий уровень, предыдущая эта картина, где мы призывали одного нашего паренька. Ха. Бедная ромашечка. Ну, наверное, не будем возвращаться. Давайте вперед. Как говорится, вперед из песней. Воу-воу. Какой он злобный. Выпустите меня, выпустите. Ужас, гляньте на это. Что это за создание? Кошмар. Бегаем. Пока он там отвлечен. Ага, тут у нас еще и драка будет. Я не знаю, что с ним делать. Ух ты, как неудачно. Нужно было немножко быстрее к нему прибежать, и тогда бы получилось его, да, атаковать.
Ой-ой, он полез наверх. Понятно, голова у него не болит, если он бьется об пол. Ах, как нехорошо получилось. Два раза я напоролся на колючку. Давай быстрее. Ой, блин, и снова. Снова беда. Я по какой-то причине должен, в общем, оказаться с другой стороны, а я, ну, постоянно направо его отбегаю там при второй атаке. Это моя ошибка. Как-то так, падаем сюда, потом бежим вот так вот через верх. Он там у нас начинает прыгать назад, и мы отбегаем его снова вверх по потолку. Эй, блин! Вот, а я что-то не думал, что он меня может придавить, когда я бегу по потолку, а головой-то он прижал меня там конкретно. Ой, блин, да что ж это такое? Вроде бы и сердце, а до него вообще дотрагиваться нельзя. Он сразу калечит нас. Максимум боли причиняет он нашему персонажу. Даже если у нас есть дополнительное сердечко, это нас не спасает. Да он просто безумен. Эй! Вот это была неприятная ситуация. Там я смогу убежать хоть как-то от него. Это оказался сложный босс, я прям не ожидал. Да ну что же это такое?
Я не знаю, как от него убежать. Вот пока что я не заметил какие-нибудь ходы-проходы, чтоб его обхитрить, чтобы уйти от его атаки. Сейчас он туда кувыркнется, потом он два раза прыгает назад. Мне как бы нужно вот второй раз. Может быть, там сзади находиться за ним. Вот теперь что делать пока? Блин. Серьезно, наверное, под ним нужно пробегать. Его атака головой, она у нас калечит. Так что мы уже потом не можем прийти в себя. Чё-то бой затянулся. Да ну что ты будешь делать? Прям беда. Я неправильно, надо, я все по потолку бегу, я уже понял свою ошибку, но я никак вот... Ой-ой-ой-ой, заморочился я. Да ну ударишь же ты его, вот ты курица так погибнет. Давайте сразу вот это вот, чтоб не затягивать. Его, по-моему, всего-то три раза нужно ударить, а я никак не могу третий вот этот вот заключающий удар нанести, чтобы ему совсем поплохело. Ядрен батон. Нет комментариев, одни эмоции. Непобедимый противник. Вообще, это первый босс в оригинальном Реймане, по-моему. Ну, в оригинальном, в Ориджинсе. И, ну... Он не сложный. Я просто по какой-то причине не вижу, как правильно действовать, чтобы его победить. Что дальше он будет делать? Урашечки. Ой. Сдулся.
Какие движения бедрами она у нас исполняет, а наша главная героиня. Победный, победный, я бы сказал. Изумительно, ты все же сумел уберечь этот мир от кошмаров. Ты честно заслужил эти 5 счастливых билетов. Да, давайте смотреть, что нам они дают. А они дают нам очередной уровень из Rayman Origins. И еще Rayman Origins. Немного люмов никогда не будет лишним. Rayman Origins. А нет, нет. Тут у нас существо. Люмы. Origins. Origins. Ну так, таким образом мы откроем все картины из Origins. И еще раз Origins. И 10 тысяч люмов, что, конечно же, тоже очень здорово. И мы получаем таким образом нового еще персонажа. Давайте сбежим в галерею героев. Ой, я в челленджи запрыгнул. Пардон. Не хочу сегодня выполнять челлендж. Где наш новый герой? Это Rayman Бородач. Давайте почитаем, что тут пишут. Rayman. Этот крутой герой, весь заросший волосами, живет в сердце дремучих джунглей и луговины снов. Его разум блуждает далеко-далеко, а его хобби — ловить больших монстров и есть их на обед. Знаете, это, наверное, ледниковый период 3, по-моему, там, где вот этот вот у нас с ножом, там, с одним глазом появился персонаж. Это вот оттуда ноги растут. Давайте им побегаем. У него, видите, воротник из белки там. Так, Тарабарские джунгли выполнено. Пустыня Диджириду. Продолжаем играть. Нежно меня убивая. Ай-яй-яй-яй-яй, как я вот так вот на птичку эту на ноте вылетел. Боюсь, тут не получится у нас, наверное, собрать всех. Ой-ой-ой, тут вверху кнопка, я ее нажал или нет? Ее нужно было нажать, возможно, выстрелом. Прозевал я этот момент, а теперь я прозевал момент того, что меня атакуют со спины. Тут мы, наверное, не соберем всех наших, так, от барабана, рикошет, всех малюток, потому что... Ну, потому что я не знаю, в общем-то, где они находятся. Как-то так вот сердце потеряли. Ой.
камон. Ай-яй-яй-яй-яй, я аж испугался. Фух. Эти вот, то ли летучие мыши, или пауки, что оно такое было. Страшно, страшно там в этих пирамидах, блин. Только не нужно ускоряться, вот это вот. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А где последний малютка? Ха, hello. Наверх тут нельзя рвануть. Нет, скользко. Блин, без шести люмов золото. Змеиные глаза. Ну, тем не менее, уровень за уровнем проходится. Это, конечно, замечательно. Так, ну вот это нюанс. Блин, как неловко-то получилось. Секретец. Эй! Ей!
Трагедия, можно сказать, случилась. Чё-то я там не справился. Барабана отскочить и ударить в эту кнопку, а у меня не получается это сделать. А сейчас что случилось? Камон. Было вообще какая-то пароход. Yeah.
супер, это конец уже уровня, а я не спас всех малюток. Где-то одну-то я пропустил. Обидно. Вроде бы старался всех и вся спасти, а вот так вот. Вот так вот бывает тоже. Следующий уровень — в диджея не стрелять. Летать тут у нас снова на комаре нам предстоит. Что ж, просят не стрелять в диджея, не будем. Ух ты! Зацепил он меня все-таки. Ай-яй-яй. Хотел я эту толстую курицу замочить, но не получилось. Ой, блин. У меня какая-то клептомания. Я на летающие предметы пытаюсь, побыстрее их схватить. А иногда это бывают вражеские выстрелы. Так что я совершаю ошибку, соответственно. Тот момент, когда пытаюсь их схватить. Вот такая вот история. Тун, тун, прилетели мы. Ура! Ура! Это победа! Отлаженное сокровище. Сейчас мы будем гоняться за сундуком. Come on, let's go. Пошло не так, друзья. Придется переиграть. Да ну что? Не долетает он до этого попугая, до верхнего.
Куда там нужно прыгнуть? Что же ты делаешь, Рейман, засранец? Не убежишь, не убежишь от меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мерзавьёу. Что это было? Ах ты, вот ты, заразище. Прям до миллиметра должен быть отточен прыжок. Ну, иногда, кстати, не всегда до миллиметра, ладно. Не всегда. Бывает, как-то прыгнешь, и что-то получилось. А бывает, прыгнешь прям вообще как нужно, и не получается. В общем, иногда бывают какие-то казусы. Ну, в общем-то, это нормально. Главное, что мы прошли, три малютки спасены. И... Yes! Yes! И у нас босс опузырить пересмешника. Да. Ой-ой-ой, какой он крикун. Как
можно было не ударить. Просто ногою вверх его нужно было ударить, а я не смог этого сделать. А теперь он своим гигантским клювом меня зацепил. Ноу! Так, пошел вон. Боже, какая-то страшная крикливая птица. На тебе вот такого вот пенделя. Ой-ой, ой-ой, что ж ты делаешь? Я ее боюсь. Ой, корона. Корона осталась на потолке. Получи. Нет, я не попал, друзья. Представляете, и я попал в тот же момент. О май гад. О май гад. Ну чего, он долго будет летать? Бей давай корону. Что дальше? Я не помню, я не знаю. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой. Засосали. И все по новой. Блин. Нужно было за хвост его хватать или что? Что нужно было делать? О боженьки, он меня сейчас съест. Он опять будет кричать, да? Друзья, я только что должен был его победить, а оказывается, Рэймон просто срывается сам с его хвоста по своему желанию. И поэтому мы будем... Что мы будем делать? Мы будем подкрадываться.